Жарко, у меня месячные, я хочу срать вечно, блядь. Вечно хочу срать, нахуй, у меня болит живот. Хочу в грузинский ресторан. Грузинский ресторан. Знаете, иногда хочется полностью высказаться, вот реально высказать абсолютно все. Но не так давно, когда у меня случилась проблема, когда мне украли, блядь, кошелек, сорвали с меня цепочку, мне написала девочка: ебать, ты проблемная. И я подумала, что да, иногда нужно молчать. Проблем у каждого очень много, блядь, ну согласитесь сами, вот в комментах. У каждого каждый день какие-то проблемы. Просто из-за того, что люди это не рассказывают, многие для людей, я как, даже не знаю, как реальный человек проблемы. Жалко, что здесь мало людей, потому что когда меня нет в Инстаграме, мы всегда здесь. Голосовым можем попиздеть. И там, может быть, я вам объясню часть происходящего. На днях сделаем с вами зум, видеочат. Поболтаем. Хочется плакать, реально. Могу сказать только одно. То, что происходило со мной вчера, это мое состояние года два назад. Реально. Мне после этого было страшно. Расскажите мне, как ваш день прошел? Я с вами не общалась, я очень хочу узнать, как вы. Просорите. Сейчас. Если выпрямить. Жёстко. Бля, говори давай. Чё? Ты меня стебёшь. Каталог. Да хватит. Каталог. Скажи ещё что-нибудь. Отстать. Отстать. Да. Анина. Сука. Знаете что? У меня появилось дикое желание поехать в Германию на голос. Ну, на немецкое шоу «Голос». У меня есть родственники в Германии. А чё, кто сказал, что нет? Ну, просто Россия, это не мой уровень. Мой уровень выше. Я очень не хотела идти, но надо. Я сейчас уже не плачу. Просто всем, я читала в директе, очень интересно, куда я пропала. Почему нету меня в историях? Я написала. Просто сейчас морально мне не очень хорошо. Не могу появляться в историях, когда мне плохо. А здесь как-то, не знаю, мы болтали, и вы помогали мне. Я видела многих из вас в лицо, потому что мы голосовые делаем. Хотите голосовой на днях сделать?